К посадке готовится порядка 360 тысяч однолетних цветов, 20 тысяч многолетних и 130 тысяч луковичных. Для цветочного наряда будут использованы различные сорта – виола, цикламен, примула и прочие виды. Всего в год экологии, объявленный в Сочи по поручению главы города Алексея Копайгородского, на городских территориях будет высажено более миллиона цветов. Так уже в ближайшее время на территории центрального района преобразится зеленая зона на Платановой аллее от улицы Паяльникова до улицы Советская. Планируется высадка порядка 360 тысяч сезонных цветов. Они в себя включают ассортимент не очень большой по сравнению с летним, но разнообразный. Очень много луковичных будет высажено, тоже различных оттенков и разного срока цветения. Для создания композиции используются приемы геопластики в сочетании с ковровыми многолетними травянистыми растениями, а также декоративно-лиственными и цветущими кустарниками можжевельника и азалии. Работы по зимнему озеленению продлятся до 20 ноября. Высаженный ассортимент останется в сочинских цветниках до конца апреля.